Олександр Неділєв, лікар-хірург кабінету діагностики та профілактики діабетичної нейропатії та синдрому діабетичної стопи. Тож, вітаємо вас в студії «Нового дня». І сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як врослий ніготь. Хотілося б повідомити нашим телеглядачам, що ж це за проблема така і що вона собою являє. Доброе утро. Вросшие ногти или онихокриптоз – это не новое заболевание. Заболевание встречается еще в трактатах Эббера, это трактаты медицины Древнего Египта еще в 1650 году до нашей эры. И вросший ноготь – это довольно-таки актуальное заболевание на данный момент, заболевание, которое вызывается врастанием ногтевой пластинки в околоногтевой валик, да, что и вызывает появление каких-то воспалений, нагноений и появление дикого мяса или гипергрануляции, что и вызывает основную проблему. Что вызывает это заболевание, или, возможно, профилактика? Проблема заболевания – это в основном генетически предрасположенное заболевание, заболевание, которое передается по наследству. Проблему может вызывать также неправильно подобранная узкая, маленькая обувь, какие-то заболевания грибковые основы, да, вот ногтей, травмы, то тоже могут привести к возникновению такого заболевания. Як попередити це захворювання? Ось, наприклад, ми говорили про те, що завузьке взуття може викликати генетичні захворювання. Якщо проти генетики нічого вже не зробиш, то, можливо, якщо щось набути, то ми можемо його попередити. Да, поэтому есть такие рекомендации, как ношение правильной, удобной обуви, уход, есть специальные косметические средства для ухода. Ножки нужно любить, это часть вас, это такой неотъемлемый момент, как и лицо, руки, ведь за лицом, за руками мы ухаживаем, да, а за ножки мы всегда забываем, хотя тоже вот такой интересный, интимный, как говорится, момент. Якщо вже з'явилася така проблема, чи є методи її лікування? Да, есть несколько возможностей лечения данного заболевания. Это и консервативные методы лечения, это и хирургические методы лечения. Что касается консервативно и поначалу, это профилактика. Да, такие, если возникают такие проблемы, это боли, покраснения в области ногтевого валика, ноготочек нужно правильно подрезать. Немножко отпустив его, да, и срезать прямо, немножко закругляя те края, которые уже вышли, но не допуская полного закругления и впивания ногтевого валика в, как говорится, околоногтевые вот эти вот валики. Затем консервативный метод – это метод, который используется под наблюдением врача. Да, врач назначает какие-то, может быть, противомикробные, какие-то противомикотические препараты, подкладывает определенные валики для того, чтобы выпрямить эту ногтевую пластинку. Есть еще один такой метод нехирургического исправления ногтевой пластинки. Это так называемая ортониксия, когда используются различные металлические нити различных сплавов пластинки, которые выпрямляют, вытягивают ногтевой валик, выпрямляя его, да, не давая впиваться в околоногтевой валик. И непосредственно последний метод лечения, тогда, когда уже есть возникновение гипергрануляций, нагноения, мы приходим к хирургическому методу лечения. На данный момент в современном мире уже никто не удаляет полностью ноготь. Существуют различные операции, краевые резекции с пластикой. Это то, что, как говорится, методы лечения. Насколько поширено это захворювання серед миколаївців? Насколько часто до вас звертаются с такой проблемой? Есть такое заболевание, довольно-таки распространено. Сейчас страдают в основном молодежь и группа людей пожилого возраста, молодежь из-за неправильного ношения обуви, девушки, пытаясь выглядеть красиво, естественно, вот, страдают таким заболеванием. Если учитывая статистику, то приблизительно каждый пятый имеет такую проблему. Ось тільки що ви нам розповідали, що уникнути цього захворювання або якось виправити його можна за допомогою того, щоб правильно відрізати край нігтя. Чи можуть мами під час того, як обрізають нігті своїм діточкам, неправильно відрізати і викликати цю проблему на подальше? Да, да, это абсолютно верное
моменты. Очень часто обращаются и маленькие детки вот, из-за неправильного обрезания ноготочка. Вот, иногда их скусывают, иногда их закругляют настолько сильно, настолько глубоко, что ребеночек начинает страдать из-за вот такого заболевания. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок від вас декілька порад нашим телеглядачам у догляді за їхніми нітиками на ніжках, для того, щоб вони завжди виглядали здоровими, красивими і відчували себе комфортно. Носіть правильну комфортну обувь, ухажувати за своїми ножками, як за лицом, і вовремя обращатися до доктору, доктору-хірургу-подологу за рекомендаціями і за лічення.